все хорошо, благословенно. Пришли сюда, Дом культуры, а батюшки были, все хорошо, он соглашается. Мы объявление вывешиваем. Такого-то, то есть 17-го воскресенья в 3 часа в Доме культуры будет. А это где-то в пятницу. Один. Мы с ним договорились. Все, и вдруг вчера... Он не начальник. Ну, назовем его директором. Нет, давайте мы его назовем. Вот у нас рабочий сцены. Не знаю, он так себя назвал, может быть. Рабочий сцены. Все, проходит неделя, заканчивается вторая. И вчера, после уже обеда, практически 13-28 минут, звонит священник, отец Олег. Ну, мы вот решили, так это, вот, слух не откроет. Да нам не кунку, надо, мы соберем кунку. Люди-то оповещены. Объявления висели, мы все деревни заклеили. Сегодня всем говорим, а я не пущу, ну и не пускай. Давай милицию сюда. Милиция приехала, отъехала. А что, мы ничего не делаем, сидим. Нет, милиция просто приехала в связи с тем, посмотреть, что шум делает. В связи с тем, что шум, и все. А милиция... Они лжи не боятся. Мы должны перед народом выступить и рассказать, да, о вере православной. Потому что люди тянутся куда угодно. Разные иговисты, баптисты, люди не знают православной веры. И мы должны все это объяснить. Тем более мы даем с обратным адресом сайт наш. А на сайт форум зайди, ты оттуда не вылезешь. Это крупнейший форум в мире. Я вот дам сейчас вот визиточку. А у меня есть? Такая есть? У меня координаты вообще есть. Вот. Вы же объявление, вот, пожалуйста. Вы же объявление по все по телефоны. Это по мой брат, вот он, посмотрите. Вот он, протеерей. Родной брат, потеряет. Это я 17 лет, но понятия могу быть. Им проще всего сейчас назвать. Районах, если вас не будут пускать, клубы. Им разведки мы не посредственно. Это администратор города. Вот. Собрались люди просто. Он никто. Посидеть, поговорить. Не то людям сказать, чтобы они ходили в храм. Любили батюшку. Мы идем на это храм, а не в храм. Нам куда звонить? Если Викарпович позвонит. Мы не просим ситуацию. Я прошу, 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 я пр